палатка Grand Tower 4 является бестселлером как в Европе, так и в России. При достаточно скромных внешних размерах у нее просторная спальня и огромный тамбур, где вы можете разместить кухню, столовую и расположить все свои вещи при семейном отдыхе. Давайте начнем рассказ об этой палатке с описания внутренней ее части. Внутренняя палатка в Grand Tower высокая и очень просторная. Она рассчитана на 4 человек и прекрасно подойдет семье с 2 взрослыми и 2 детьми. Палатка выполнена из материала паропроницаемого, поэтому внутри всегда сухо. Рукава, в которые вставляются дуги, сделаны из Оксфорда 150 Den. Это высокопрочный материал с высокой живучестью. Из этого же материала сделано дно палатки. Оно сделано в виде короба с проклеенными швами. Водонепроницаемость дна по паспорту 6000 мм водного столба. Но при тестах, которые проводили, которые вы можете увидеть на нашем сайте alexica.ru, водонепроницаемость материала была выше 11000 мм водного столба. Дуги дюраполовые, надежные и достаточно прочные. 2 вентиляционных окна находятся напротив вентиляционных отверстий на внешнем тенте. Поэтому даже в жаркую погоду в этой палатке будет достаточно комфортно.